IL-76 military transport plane crashed in Ivanovo region of Russia. The Russian press reported on this. According to the information, the plane tried to land at the Severny airfield, but before reaching there, it crashed in the forest lane. The information was confirmed by the Ministry of Defense of Russia. All 15 people on the plane died during the accident. 8 of them were crew members, 7 were passengers. Rescuers are working in the area. According to preliminary information, the cause of the accident was a fire in one of the engines. Погас. Нет, нет, горит, загорелся опять. Какой-то дым. Вечерние новости по Барсу, смотрите. Ё-моё, ё-моё. Ну, в принципе, у них 4, один-то должен. Не, у них система, там есть тушение на двигателях. Сядет, сядет, у них уже 4. Ну так, конечно, да. И главное, у них тут тропа-то здесь проходит. Все, потушил, молодец. Красавец. Мотор горит. Погас. Нет, нет, горит, загорелся опять. Какой-то дым. Вечерние новости по Барсу, смотрите. Походу самолет бахнулся в Богородском. Жесть. Вертушка там летает. Что-то бахает там, походу, боеприпасы, наверное. Стой, крыло попёл. А, лоб потух. Че тут пшикнули, что? Стой, крыло попёл. А, лоб потух. Че тут пшикнули, что? Походу самолет бахнулся в Богородском. Жесть. Вертушка там летает. Что-то бахает там, походу, боеприпасы, наверное. Горит.
погасли. Нет, горит, загорелся опять. Какой-то дым. Вечерние новости по Барсу, смотрите.